процесс голосования идет у нас хорошо. Очень активны дома номер 4 и 6 по улице Рыбинского шоссе. Идут и пожилые, и молодые люди до 35 лет. Вы, наверное, всегда принимаете участие, да? Всегда. Мы же здесь живем и выбираем достойного человека, чтобы в нашем городе тоже какие-то были движения, изменения. То, что мы и просим, и наказываем также нашим депутатам.